В преддверии финала школьной лиги, которая вот уже второй год подряд проводится под эгидой баскетбольного клуба «Енисей», состоялась жеребьевка, в которой каждая команда получила своих наставников из состава основной мужской команды клуба. Игроки очень быстро вошли в роль тренеров и начали давать своим подопечным ценные указания, делиться опытом и наигрывать комбинации перед предстоящими финальными поединками. Старайтесь всегда, чтобы у вас здесь было пустое место, крышечку, чтобы вы могли пройти, обыграть и тому подобное. Твоего защитника она поймает, и ты смело сюда заходишь. И тебе главное отдать сюда передачу. Вот. И ты уже забиваешь. В первом финальном матче встретятся девушки из лицея номер 12 и гимназии номер 11. В качестве наставников выступят Алексей Катишевский, Элмедин Тиканович, Хасан Ризвич и Максим Кривошеев. В финале среди юношей 97-99 годов рождения сойдутся лицей номер 12 и школа номер 45. Наставники Андрей Комаровский, Вячеслав Зайцев, Джейсон Рич и Павел Громыко. В третьей игре встретятся юноши 95 и 96 годов рождения. В школе номер 45 будут противостоять сверстники из школы номер 149. Наставниками на этом матче будут Игорь Смыгин, Дэйван Джефферсон, Забиан Даудел и Андрей Куземкин. А сразу же после финалов зрителей ожидает и конкурс по трехочковым броскам, в котором лучшие молодые снайперы смогут посоревноваться с Петром Губановым. Финальные игры состоятся уже завтра, 27 апреля, во Дворце спорта имени Ивана Ерыгина. Начало первой встречи в 13:00.